Мне нравится обучать игроков, расширять знания тренеров по отношению к нашей игре, расширять знания об игре. Мы просто выстраиваем этапы развития и двигаемся по этой системе. То, что сейчас происходит, это очень круто, это основа вообще того, что нужно делать. Чем больше таких проектов будет, тем и движение будет, развитие быстрее. Я вижу очень неплохие базовые знания от слушателей. Я всегда в семинарах люблю делиться не только информацией, но и спрашивать, получать ее от слушателей. В любой сфере деятельности нужно, чтобы было на кого равняться. Игра меняется, и мы должны также внедрять новые знания, внедрять новые способы, методы обучения. Тогда были великие люди, сейчас есть великие люди. Это один путь. Я в этом участвовала впервые. Очень большой опыт, мне очень понравилось. Будем над этим всем работать. Ну, я много. Пятитомник целый изрисовал, написал. Буду все пробовать. Все нравится. Семинар был мощный. Спикеры подготовили для нас много интересных заданий, упражнений. Много информации подчеркну для себя. Буду использовать в работе. Интересно общаться с профессионалами своего дела. Это очень большой опыт, и надеемся, что будут еще приезжать. Мои впечатления от семинара, конечно, супер позитивные. Спасибо большое КСБаскет за то, что к нам привозят таких великих людей. Но способов для развития баскетбола на самом деле много. Да, собственно, что далеко ходить. Сегодняшний семинар – это один из основных способов развития баскетбола. Я работал, сижу с профессионалами, а наш тандем с Ильшатом Миляевым, он позволяет базовые элементы в его исполнении накладывать на мои тактические, на мои игровые аспекты. Игра от нас требует этого. Мы должны делать быстрее, с минимальным затратом усилий, максимально эффективно. Мы одна команда. КРА!